Всем салют! Меня зовут Олег Гром, добро пожаловать на канал IM Metatron, и в моих руках Family Pocket. Китайцы, еще раз китайцы, вот такая вот портативная консоль от китайцев. Друзья, подскажите мне, если вы знаете, может быть, где-нибудь там на Kickstarter или где-то продавалась такая консоль, но только от какого-то официального производителя, а может быть, это она и есть от официального производителя, но если так, то окей, а если это просто китайская копия, клон или подражание, ну то тоже окей. Расскажите об этом, пожалуйста, мне на моем стриме, если вы видели где-то эту консоль, но только как суперофициальную, потому что здесь вот что-то по-японски написано, вроде бы как все должно быть очень замечательно. 638 игр в одном, перечисление, что идет в коробке, вот такой богатый комплект, можно питаться от батареек, 3 мизинчиковых от лития аккумулятора, он в комплекте идет, подключать к телевизору через RCA разъемы и, собственно, картридж в комплекте. Второй джойстик его в комплекте нет, он подключается через мини-USB, точнее micro-USB. Открываем, скорее ее открываем, коробочку долой, убираем здесь, что идет, помимо самой игры идет вот такая вот инструкция, очень красочная, яркая, 3 дюйма TFT дисплей, все написано от 5+, Hi-Fi аудио, ага, конечно, аудио, один писклявый динамик, очень громкий, зараза, экран очень яркий, кстати, тоже, ну так я сразу навскидочку вам говорю, с этой стороны вот, пожалуйста, карточка для заполнения, видимо, ремонта или еще что-то такое. Ну, довольно-таки неплохо сам комплект. Вот так вот. Два RCA разъема, видео-аудио, то есть моно, никакого тут hi-fi sound нету, хотя могли бы, в чем проблема, но не знаю, ну в смысле, могли бы хотя бы стерео, я имею в виду. А также micro-USB в комплекте, вот такой чехольчик, не стоящий никакого внимания, обычный самый, и аккумулятор. Подскажите, от чего, опять же, на стриме как-нибудь подскажете, от чего этот аккумулятор, либо это их собственный, проприетарный, если так, то что можно сказать. Снимаю шляпу. Китайцы могут. А, совсем забыл. Вот что еще идет в комплекте. Вот такой темлячок. Очень простенький, очень хиленький. Сама консоль очень легкая. Но опять же, ну пластик и пластик. Достаточно легкая. Убираем к чертям эту пленочку. Становится вот так вот все видно замечательно. Так. Вход microUSB, если подключить к нему, например, консоль, не вставляя ни аккумулятор, ничего вообще, просто подключиться, то она заработает. То есть, пожалуйста. Выход. Это не для наушников, это для подключения к телевизору. Сам динамик, здесь пищащий находится, кнопка включения-выключения, регулятор громкости, такой вверх-вниз, и кнопочка on-off, да. Здесь вроде бы достаточно приятная крестовина, достаточно отзывчивые кнопки, но удивительно, и вот два шифта, они миниатюрные, конечно, и зачастую дублируют кнопки B и A, то есть ничего сверхъестественного. Снова же, да, ну вот и все, казалось бы, вот с этой стороны, пожалуйста, стрелочка, значит, отсюда нужно открывать. Ну и здесь надписи там LTRT. Короче, открываем вот таким вот образом. И, пожалуйста, смотрите внимательно. Пищащий динамик, он будет вас выбешивать. Он очень громкий. Ну, благо регулируется, но очень громкий. Отсек для батареек и отсек под аккумулятор. Написано 700 мА. Насколько его хватает, вообще не знаю. Но экран здесь очень яркий. Сажает ли он быстро его или нет, без понятия. Картридж двухсторонний. Как вы его поставите, такие игры будут. С одной стороны 130 игр, с другой все остальные. Там сколько-то, 500 с чем-то. Ну вот, например, вы его установили так. Я не буду закрывать крышку, потому что будем менять картридж другой стороной. Да, и вот еще кнопочка Reset, стилизованная под однерку, как будто первый джойстик нажимаете, и происходит сброс, чтобы постоянно не щелкать вот с этой стороны. Так. Я сейчас надеюсь, настроится яркость. Вот. Но экран яркий, друзья. Это сейчас яркость автоматически убавилась на камере, но поверьте, он очень яркий. Вырвиглазный. Я думаю, даже на ярком солнце в него можно будет спокойно играть. Как уменьшить яркость? Я почему-то нигде не обнаружил явных каких-то признаков там вращалок и крутилок. Ну, а инструкцию, по-моему, тоже там ничего нельзя сделать. А может и можно,
Надо будет ее позже почитать. Хотя вот даже сейчас я смотрю, я не вижу, что можно сделать какую-то яркость. Пишут все, что угодно, пишут клавиши, но про яркость ничего не сказано. Ну, в общем, все, кто жалуется, что ему слишком тускло или еще что-то, вот здесь это можете забыть. Экран очень яркий, музыка очень надоедливая. Ой, она еще не на максимум была. В 131 здесь ромхаки, каких-то и какие-то собственные игры китайские, насколько я понимаю. Клоны различных игр. Например, Sonic — это не что иное, как... Угадайте, что это. Я думаю, многие сейчас уже угадали. Ну как вам такое? Казалось бы, все отлично. Беги, Соник, беги. Вот это что? Что это за усатый мужик, выглядывающий из кустов и грозящий кулаком Сонику? Что? Кто это? Что это происходит с ним? Что это такое? Почему он здесь? Кто это такой? О, их целых три. Что произошло? Ну, в общем, опять же, смотрите. Нажимаете reset, и все возвращается в самое начало. Тише звук сделаю. Соответственно, здесь никаких нет сохранений, как в каких-либо современных эмуляторах и прочее. Ну и вы должны понимать, что вещь такая сугубо по фану, а не для того, чтобы прям вот специально. В общем, здесь сплошные какие-то китайские ромхаки. Я что-то ничего оригинального не нашел. Но если взять и перевернуть картридж и вставить его вот таким образом, кто бы думал, да, то... Мы видим на картине вот такую надпись Family Pocket. Выбор языка английский и китайский. Берем английский и пожалуйста. Пожалуйста. Робокоп. Да не вопрос. Очень громкая музыка. Посмотрим что-то другое. Ох, звук постоянно приходится менять. Пролистаем чуть-чуть подальше. Гуннак! Вот это поворот. Хо-хо-хо! Гуннак, ребята, это реально Гуннак! О, ну все. Я теперь вообще доволен. Как начать? Начинайся. Оу, давай, давай. У-ху-ху-ху. Да, игр много, даже Гуннак есть. Вау. Хо-хо-хо-хо. Да где ж та яркость, как ее настроить-то? Сейчас, подождите, попытаюсь максимально уменьшить, чтобы было видно происходящее на экране. Наверное, вот так вот, наверное, будет самоадекватно. Так, ну и фокус настрою. Секундочку, друзья. Короче, работает. Что еще есть? Многие наверняка я даже и не знаю, что за гундек. Я надеюсь, это не гуннак, просто в другой обертке. Нет. О! Черт возьми, я помню, искал эту игру. Нифига себе. Хо-хо-хо. Короче, 8-битное царство. Выключу все это дело. 8-битное царство здесь представлено весьма себе неплохо. Достаточно в большом объеме. Все игры, конечно, я показывать не буду. Их очень-очень много. Может быть, есть повторение, а может быть и нет.
Выглядит приятно, собран тоже вполне себе неплохо. Ну а на этом все, приятель. Ставь большие пальцы вверх, подписывайся на канал, делись видео с друзьями, а я с тобой прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.